Всем привет. Расскажу об особенности, об особен... расскажу об особенностях данной сборки Linux Mint Cinnamon 17.2 Rafaela 64-битная версия. Первое. Значит, добавила такую вот интересную штучку, называется она Sling Scope. Она напоминает чем-то гномовское меню. Вот такие вот красивые, яркие, сочные, значит, значки. Здесь вот можно нажать 2, 3, там 4, там 5, 6. В любом месте кликаете или, значит, открываете значок, а если не хотите, то просто, значит, можете вот так вот кликнуть, в любом месте она уйдет. Штучка приятная, помимо того, что она красивая, на ней очень хорошо и четко видны, как говорится, значки всех программ, которые, значит, используются. Вот таким вот образом. Дальше. Значит, к вишенке теперь намертво приделан файлик. Он находится вот по этому вот адресу. Корневой папки ITC, там маленькая папочка cherry3, и в нем этот файлик находится. Значит, тут вся информация подробная, там есть, значит, и мои видеоролики, а есть, значит, команды для терминала. Если захотите что-то сделать, вот посмотрите, допустим, я попробую там написать NNN и нажму на сохранить. Недоступно. То есть сделано это так, чтобы ничего нельзя было изменить. Но если вы решите сохранить файл в другом месте, например, в папочке документы, закроем эту папочку. Так, вот смотрите, да, можно и так пойти. Я иду в папочку документы. Вот, если я здесь делаю какие-то изменения, то я их могу уже и сохранить. Видите, NNN осталось, показываю. Вот. Оно все это дело осталось. Значит, вот такие вот нюансы. Это чтобы вам долго не бегать там, не искать чего к чему. Самую свежую версию файлика Cherry 3 команды видео CTB можно получить от... Итак, значит, вот здесь в стаке находится всегда самая свежая версия файлика команды видео. Кликаете по ней. И вот всегда скачивайте самую свежую версию файлика команды видео. Вот смотрите по дате. Самая свежая версия, значит, вот была, значит, за вчерашний день, за 5 число. А вот таким вот образом. Дальше, значит, на самом сайте, вот на него вот так вот попадаете. А пока там, допустим, вы делаете там бэкапы там или восстанавливаете систему, всегда есть возможность посмотреть телевизор, чтобы не было, скажем, так скучно. А что-нибудь там включили. Ради бога, как говорится, можете смотреть. Значит, в Google Chrome, значит, включен блокировщик рекламы и программа для скачивания, значит, фильмов с YouTube. Каким образом? Да элементарно. Практически берете любую сборку, любое видео. Ну вот есть хорошие программы, значит, от Олега из Астрахани. Значит, ну, например. Вот смотрите. Нажимаете на скачать. Нажали на скачать. Вот уже началось скачивание папки. И запускаете его.
Вот, пожалуйста, он открылся, и можете его смотреть. Можете посмотреть его свойства. 1200 на 720. Это вполне приличное качество. Так что теперь можете скачивать фильмы с трубы, скажем так, свободно. Вот таким вот образом. Значит, что еще новенького? Ну, виртуальная коробочка работает нормально. Вот 4 рабочих стола. Например, на одном рабочем столе, например, вы открыли вот одну программу. На другом рабочем столе перешли, допустим. Ну вот я наберу сейчас, допустим, юзер. Открылась она. Вот, да? Перешел на второй рабочий стол. На втором рабочем столе, допустим, можете открыть вот эту программу. Там на третьем рабочем столе можете открыть еще там какую-нибудь программу, там калькулятор, например. И на четвертом рабочем столе, там, я не знаю, ну что хотите, то можете открыть. Ну, допустим, можете открыть там, программу там виртуальная коробочка. Вот таким вот образом. Значит, сборка хорошая, я ее много раз тестировал, так что могу порекомендовать. В нее практически включены все самые необходимые программы, которые могут понадобиться пользователям. Для чего? Для того, чтобы людям не нужно было ломать голову, там самому как там программы ставить и так далее. Вот, все под рукой, все пожалуйста. Значит, плюс вставлено, значит, вот сюда вот наш сайт, и на сайте, значит, всегда можно, значит, зайти для новичков в основы, уроки для начинающих, а там уроки по настройке одним списком, как разметить диск. Значит, как делать обновление, там всякие полезные настройки, там ролики о разном и так далее. То есть, ну, все нормально сделано для людей. Тут, значит, идут дистрибутивы, а тут идут сборки. А дистрибутивы — это официальные, значит, образы, которые предоставляются или берутся, значит, людьми с официального сайта. Вот. А, значит, сборки — это уже сборки самых различных авторов. Вот таким вот образом. Поэтому всегда можете найти здесь много полезного. В программах тоже много всяких полезняшек. И можете всегда зайти там на любую там из них. И, пожалуйста, значит, ради бога, значит, можете посмотреть там, ну, допустим, как там работать там с видеоредактором. Тут и требования к авторам есть, и как настраивать, и там. Ну, короче, основные вопросы работы с видеоредактором OpenShot здесь освещены. Вот тут даже из трех частей все это дело состоит. Вот таким вот образом. Значит, настройщики меню, значит, в рабочем состоянии. Поисковик и настройщик. Оба работают. Уроки можно посмотреть, опять-таки, на сайте. Так что могу сборочку порекомендовать. Она очень надежная, стабильная. В настройке требуется только установка вашего, значит, времени по, значит, месту вашего проживания. Разблокировали, выставили часовой пояс, в котором будет время с вашим совпадать. Город даже может быть и другим. Но если вот время в вашем часовом поясе вот будет совпадать с вашим местным временем, значит, выбираете его, снова заблокируете, и все будет нормально. Значит, настройка погоды тоже. Вот здесь вот вставляете, значит, узнать мое местонахождение. Нажимаете сюда, в браузере открывается там страничка. И на страничке вы английскими буковками заводите там название там своего города. Вот. Если погоду не будет давать, то тогда ищите город побольше, поближе, который к вам находится, чтобы погоду узнавать по нему. Вот практически и все. Пароль у меня по умолчанию user,
имя пользователя user. Имя пользователя, значит, можно поменять, пароль можно поменять. Значит, делается это дело вот здесь вот. Вот я завожу, допустим, пароль user. Вот всегда можно добавить нового пользователя. И, значит, можно добавить там это самое пароль. Но вот внимательно смотрите, какие права предоставлены, допустим, администратору. Вот они вот здесь, вот группы. Вот эти все группы, видите, какие отмечены. Можете там их запомнить, когда будете создавать имя нового пользователя. Если ему дадите такие же права, то вот ради бога, значит, чтобы у вас все это дело было. Таким вот образом. Понятно, да? Вот я еще могу вот эти вот права дать на виртуальную коробочку. Допустим. В принципе, вот и все. Значит, ну, короче, посмотрите, сборка очень такая нормальная. Два браузера. Значит, Firewall хороший стоит. В аудио-видео все необходимое для записи видео и редактирования. И для проигрывания видеороликов. И для прослушивания музыки, и для редактирования звуковых, то музыкальных файлов. Графика хорошо представлена, редактор изображения GIMP, там, GSUMP. Интернет тоже, две кладовочки, Dropbox и Mega, Skype, SkypeTab. Подробности посмотрите в видеоуроке на моем сайте, как все это дело настраивается, программа для удаленного доступа при помощи этой программы. Мы всегда по людям помогаем. Skype, TeamViewer, всегда вместе. Скачивание торрентов файлов и скачивание просто больших файлов. Ну, естественно, сказать, офис, все самое необходимое. Значит, ну и здесь тут тоже ряд программ, но они у меня уже включены или на верхнюю, там, или на нижнюю панельку. Вот таким образом. Здесь, значит, можно записывать на флешку, а здесь флешки форматируются. Значит, вот самые такие вот необходимые сведения вам, минимальные, значит, о, скажем так, об этой сборке. Сборка получилась, на удивление, хорошей, стабильной, поэтому могу вам ее порекомендовать. Так что всего доброго. До новых встреч, почаще бывайте на сайте, там все новинки всегда бывают. Вот, до свидания.